дорогие! Сегодня День здоровья с доктором Арсениным на телеканале Шоп-н-Шоу. Будьте здоровы! Мы представляем сегодня уникальные монодозы хондроитин с глюкозамином. Сразу же 30 флаконов. А самое главное, что такой флакон вы можете положить в сумочку, взять с собой на дачу. То есть это удобство и применение. Только сегодня девиз доктора Арсенина – это здоровье без лекарств. Только натуральные природные компоненты. Сегодня мы снижаем цены на самые популярные и ваши любимые монодозы, экстракты, которые гораздо выше, чем любые другие капсулы или таблетки. Именно сегодня вместе с нами доктор Сергей Владимирович Арсенин, который является основателем и директором Института натуротерапии, хирург, клинический фармаколог, в прошлом доктор скорой помощи. 30 лет он на страже вашего здоровья, и сегодня ваше здоровье в его руках. Да, друзья мои, вы знаете, как и не просто сильный так, сегодня у нас хондроитин с глюкозамином. Потому что, казалось бы, сейчас лето. Казалось бы, что летом суставы должны меньше болеть. Я всегда говорю, что суставы у вас обостряются, это весна и осень. Но у меня идет поток пациентов, заболевания опорно-двигательного аппарата. Именно поток. Артроз, артрит, остеохондроз, грыжи, протрузии. И знаете, из-за чего это? Во-первых, лето такое, то оно с перепадами, да, то холодно, прям лето, как осень, да, то дождь, то на сухость. Во-вторых, мы, когда уходим в свою дачу, нам, конечно, там хочется поработать, мы там перенапрягаем свои суставы. И вот сейчас, летом, огромное количество заболеваний опорно-двигательного аппарата. Хондроитин с глюкозамином, чем он хорош? Это как, знаете, такая широчка с машерочкой. Они вместе оказывают настолько мощные, сильные действия, они вместе снимают боль, снимают воспаление, улучшают свойства синовиальной жидкости, улучшают питание суставов, укрепляют, дают распадаться молодому хрящу. То есть они способствуют, а хондроитин, например, он вообще из него состоят хрящи. То есть когда вы один раз в день выпиваете вот этот флакончик, обратите внимание, жидкая доза. То есть взяли, выпили флакончик утром, в обед, вечером, не имеет значения когда. Самое главное, что принять вот эту дозу. Хондроитин с глюкозамином расходится по вашему организму, находит очаг воспаления, потому что здесь специальная транспортная система, которая позволяет именно направить вот эти активно действующие компоненты именно в очаг воспаления. Выпили. Что вы почувствуете? Угу. Сразу, буквально, ну там минут через 20-30, но максимум через час, у вас уменьшилась боль. Выпейте его на ночь, например, если у вас боли. Дальше вы почувствуете, пропили там день, два, три, неделю, у вас суставы начали работать, гибкость появилась, хруст пропал. Почему? Да потому что глюкозамин, он улучшает смазывающие свойства синовиальной жидкости. То есть ваши суставы уже не как у дровосека заржавевшие, а как идут прям как вот, как будто смазанные. Понимаете как? И дальше пьете, месяц пропили. Вы вообще забыли, вы начинаете двигаться, как будто у вас все смазано. Да. Забыли, что такое боль, воспаление. И причем самое главное, Сергей Владимирович, 1799 рублей. Это уже уникальный курс на целый месяц. Вы получаете 30 монодоз. Посмотрите, они удобные. Вы знаете, на сколько дней вы поедете на дачу или в отпуск, столько наших монодоз вы с собой берете. Это очень удобное применение. И внимание, сегодня у нас выгода 1198 рублей. Рублей, практически 1000 рублей стоила бы каждая упаковка. Но сегодня день здоровья с доктором Арсениным, поэтому ваше здоровье сегодня и лучшее предложение за 1799 рублей. Мои дорогие, 3 упаковки, 30 монодоз вы получаете. Срок годности 2 года, и я хочу сказать, у нас огромное количество любимых телезрителей, которые выбирают монодозы. Мама моя с артрозом второй степени, с суставами, больными, она ведь раньше не могла ходить даже в парке. А здесь со своей подругой, когда она пропила уже 2 курса монодоз, еще весной, потом зимой, да, она говорит: Лен, мам, ты почувствовал улучшение? Да я как-то не знаю. И здесь в начале лета они пошли на ВДНХ. И что вы думаете, Сергей Владимирович? Она говорит: Валентина, захотела зайти в кафе, а мама моя предлагает: Валентина, ну давай еще пройдем ВДНХ. ВДНХ, огромный парк. Да, да. И Валентина говорит: Наташ, ты знаешь, ты, говорит, такое ощущение, что просто помолодела на 10 лет. То есть она говорит: я не устала, я не садилась на лавку, я чувствую, что у меня не болит колено. То есть реально после принятия монодоз я стала ходить и гулять больше. Вот это самое главное. Да, вы знаете, дорогие мои, вот очень часто так бывает, что вы начинаете пить вот эти монодозы, да, хондроитин с глюкозамином. Вы просто забываете, а что боль, у вас точно болят суставы. Тоже ко мне как-то пришла одна пациентка, вы знаете как, и она вот, у нее там суставы болят, и позвоночник, и то еще. Ну, знаете, как она говорит, а что у вас, ну, основная, это какая у вас жалоба? На что? Основная, это основное
заболеваний, у вас много всего, но основное, что у вас болит? Он говорит: доктор, вы знаете, у меня основной диагноз – это старость. Потому что раньше у меня суставы не болели, раньше я проблем с позвоночником не знала. А сейчас ни наклониться, ни согнуться, ни разогнуться, суставы хрустят, утром невозможно встать, а ночью я мучаюсь, катаюсь от боли, потому что колено, суставы так у меня болят. Вот я даже не знаю, у меня все болит, все суставы болят. Вот когда все болит, все суставы болят, когда вот так у вас все плохо, я смело назначаю хондроитин с глюкозамином. Дело в том, что наши суставы так устроены, что с возрастом они истирают просто свои хрящевые поверхности. Да? Mm-hmm. Вот и в молодом возрасте истирание – это нормальная как бы, ну, ситуация, скажем так, это физиологический процесс. Когда у вас внутри много хондроитина с глюкозамином, то организм восстанавливает быстро вот эти хрящи. Например, вот этот самый хондроитин, он не дает распадаться молодым хрящам, которые у вас нарастают. А у вас с возрастом они не только молодых хрящей, там очень мало, но они еще бешено распадаются. Поэтому когда вы, вот я говорю именно сейчас для такого старшего, ну как старшего возраста, 50, 60 лет, то что уже и после старше, 50, да. Да, и старше, 70, 80, я точно говорю, что вам нужно вот это все. Вы насыщаете свой организм хондроитином, глюкозамином, и при этом ваши хрящи начинают успевать восстанавливаться. Да. И в этом случае у вас проходит боли, воспаление, артроз, артрит, остеохондрозы, грыжи, протрузия, там вальгусная деформация стопы, ревматоидный артрит, то есть любые проблемы с опорно-двигательным аппаратом, вот Сергей этот аппарат вот а так если, решает. А если серьезный случай, допустим, сломана шейка бедра, возраст от 70 и старше, активатор усилит? Совершенно верно. Вот в этом случае тогда нужно брать вот эти самые номнодозы вместе с активатором, потому что у вас в таком возрасте уже ухудшена усвояемость. Вот этот хондроитин с глюкозамином будет плохо впитываться, то, что у вас есть проблемы с желудком. Вот берите активатор, соединяйте хондроитин с глюкозамином вместе с активатором, вообще эффект. Будет идеальный результат. Усиливайте эффект, и самое главное, любимые, сегодня у нас лучшее предложение дня, День здоровья с доктором Арсениным, и сегодня корзину здоровья, 4 любимых продукта вы получаете в подарок, делая заказ на сумму 2990 рублей и оставляя отзыв в прямом эфире. Будьте здоровы, берегите свое здоровье уже сегодня.